Как у тебя изменился сегодня после мастер-класса взгляд на искусство бонсай? Во-первых, вот это мое самое любимое дерево, Андрея. Я на него слюни пускаю. Вот. Как у меня изменился взгляд? Ну, во-первых, я поняла, что каждый бонсай, он отображает внутренний мир человека, да, как человек меняется, глядя на этот бонсай, например. И очень интересно было посмотреть вообще вся техника обрезки бонсая, как его рассматриваешь, как бы какие мысли при этом вот рисовали, то, что мы. Это тоже было очень классно. Вот. И вообще, я столько бонсай красивого и дорогого не видела никогда. вот так вблизи. Но на самом деле, Андрей, огромное тебе спасибо, потому что, ну, такой классный мастер-класс, его мало. Хочется намного длиннее, намного больше. Столько информации. Я когда сюда шла, я думала, что вопросов у меня не будет, но я просто хотела послушать, посмотреть. Но на самом деле, как бы в работе, когда ты все это рассказываешь, показываешь, вопросы постоянно возникают, и хочется знать больше. Вот, но ты намного ответил, но я надеюсь, что у нас еще будут и не один раз встречи вот эти, ты будешь нам больше рассказывать. Спасибо большое, давайте я обниму. Ой, стукнулись. Спасибо большое, Андрей. Спасибо большое, рад знакомству. Я тоже очень.